Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. У нас International Party. Что это за мероприятие? Это International Party, которая интернациональная, где-то на седьмой день наших соревнований. Наконец-то нашелся денек. Сейчас? Я вам представляю капитан команды, лучший человек. Ну, практически на планете. Ой, на планете, да. Со мной вместе. Да, с лучшим блогером. Ай, правой руки. У него плечо болит, он ночь не спал, все равно прилетел 10-м из 20. Ну, из 19. Нет, я прилетел 5.5. И ты 5.5. 5.5, да. И нам сумму сделали 11. Нет, подожди, ты первый. И я первый. А, ну и да. Получилось 11. По-другому это может быть. Они не умели как записать не нормально. Считать, друзья. Собственно, сейчас International Party, на котором мы хотим показать вам все команды мира и чем кормят. Вот литовский стол. Да, давай. Я тебя снимаю, а ты показывай. Вот. Людям показываем то, что у них нету. Пиво у них есть, но вот такого специального хлеба пиву специальный. Я весь сыр сожрал. Во-во-во-во. Короче, такого нету. Дальше селедка. Тоже не у всех же Балтийское море. Угу. Есть там какое-то море, у кого какое. Ну, это на селедку не водится. Ну вот, сыр с медом, селедка. Вот как мы. Что тут Гайникен, это просто, чтобы флаг держался. Да. Чтобы не подумали. Так, пошли дальше. Давай. Так. Ну вот, Словакия. Чем они известны? У них очень интересный сын в шнурках такой. Дальше вот это намазано, называется оно там и в Германии такое есть, шмальц. Это у нас... Можно я у тебя половину кушу? Конечно, можешь весь. И они своим пивом, это вместе с Чехией. Но они всегда вот, видите, маленькая разница. Они всегда рядом по жизни. Пошли, я тебя покормлю стейком. Смотри, ты знаешь, так махни, что ты берешь два, собачки тоже. Я буду твоей собачкой. Но они мне не дадут второй раз. Шеф, стейки божественные. Вот, смотри. Скажи, что я очень хвалю их. И летал в Южной Африке. Это просто бомба. Бери две. Шеф, собачки бери, собачки. Это... Южная Африка. Производители белых планировок. И по количеству это 60% 18-метровом. У них же то же самое, как и в Аргентине. Там же очень хорошее мясо. Посмотрите, какой стейк. Сейчас я прям при вас его уничтожу. Дальше. Идем Польша. Польша сейчас жарит блинчики, картофельные. Картофельники, я уже съел один. Ты вообще не знаю, Когда увидел, прям понял, что хочу. Да. Смотри, какие маленькие вот вкусненькие штучки есть. Ну, скажем так, так как Литва и Польша рядом. Речь Посполитая. Речь Посполита. То они вот эти, такая же еда и у нас, и у них. Но то, как может. Ну, я картофляник съем. Да куда? Давай, дальше. Будь долгим. Будет больше. Вот. И что? Зубровка у них. Зубр. Темненькое что такое? А зубр, это, между прочим... А я вам сейчас покажу. Нет, это города Каунаса символ. Это зубр. Даже он в городском гербе. Да? Зубр. Да, потому что зубры у нас водились. А? Но сбежали потом все в Беларуси. Нет, не только в Беларуси. This is... Это Наполеон, но Эрик. Но Эрик. Эрик. Но Наполеон. Да. Он очень много лет руководитель французской команды, но он в прошлом чемпион мира. It's right that you was a champion in the past. Yeah. Yeah?
How many times? А я болею за французскую Twice. Команду. Twice. После, после литовской я болею за французскую. Хорошо. Французскую. Дважды Эрик Наполеон был чемпионом мира. Magnifique. Magnifique, hein? Igor, il parle français. One time I come in boulangerie. Right. And forgot the wheat. Wheat. I know cutter and forgot wheat. But I want eight croissant. Wheat. And I... Cutter croissant, s'il vous plaît. Cutter croissant, s'il vous plaît. It's difficult, huh? Language is difficult. Yeah. Okay, we will go around because now people are looking at us. Okay. It's online. That's too modern. With Igor, it's normal, huh? It's normal. It's normal. Ну вот. Картопляне, потом ну сейчас же дадут, что? А я свой получил. Пошли, тебе еще напекут, и посмотри, сколько у них есть. Если мы у каждой страны настолько будем... Пошли. Хочешь со мной дальше идти, или будешь у каждого сдала? Выкладывать картопляник. Ну так придем, посмотри, какая бочка. Ну хорошо, ты... Ну так подожди. Ну дали. Сейчас. О! Отлично. Вот как они. Ну хорошо, хорошо. Ты делал неправильный картофляник. Пошли, а то он, у нас не будет столько времени. Пойдем, пойдем, все. Так. Ну отгадайте, что за страна? Можно я кушу картофляник? Ну давай, давай. Ну что, немцы? Ну немцы как немцы. Все по распорядку. Во! Вот это очень вкусно выглядит. Да. Давай возьмем это. Давай возьмем. Вот, взяли. Отлично. Слушай, это типа колбасок таких. Кровяная колбаса, только тертая. Кровяная, да. Да. Ну вкусно. Вполне. This is berries. Yeah. Berries. And we'll have a little bit of vanilla custard sauce on top. Oh. Это десерт, шеф. Это десерт. Okay. Это десерт. Ну, а что, это десерт? Ешь прям на еды. А что? Мы не по правилам летаем, да? Да. По правилам мы бы не выиграли. Друзья, японская сборная. Hello. We want to try something yours. Вот вам секретный мультик. Is it Japanese animation? Yeah. Yeah. Вы можете прям... действительно, вышел мультик про планера японский, мне кажется, даже первый в мире. Поэтому я категорически рекомендую его посмотреть. Потому что он, ну, потрясающий. Как, о! Брянд какой у них. Могу, можно покемонов взять Максу? Скажи, что мне нужен сыну покемон. Is it possible to... He has a son. Can he... Макс будет просто в счастье. Макся! Макс! Ты видишь? Тебе покемоны дают. Ну давай, бери. Огонь! Мультик про планера, вот он, пожалуйста. Очень хорошая идея, кстати, была поставить. Если вы не видели, посмотрите, как «Влюбленные в небо», да? И это саке. Мультик называется «Влюбленные в небо». О! Саке! Thank you very much. Как это там оптимизм? Кампай! Кампай. Я кампай. Кампай. Саке. Я тоже хочу. Я могу из этого же кубка. У нас все общее. Даже бутылочка. Окей. I will keep because we are flying in two seater and we are sharing everything. All same. Yeah. Дорогие друзья. И now что нужно сказать? Кампай. 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 На здоровье. Кампай. Кампай. Саке? Ну, вкусный саке, кстати, да? Ну, вполне себе. Ой. Друзья, это всего лишь пару столов, а уже представляете, какая нагрузка на команду канала «Мечта летать». Поддержите нас, там, скажите, Эгегей, держись, Волков,
тебе все равно принесут домой. Все, что награбили, сейчас отнесу, поставлю у нас. А то... Вот еще. Пошли, пошли. Как это? Мы отступаем, друзья. Кампай. Кампай. Перезагрузка. Перезагрузка. Капитану Оптимизму нужно освободить руку. Да, руки. Руки, руку. Он ест вкуснейший десерт японский. Немецкий. Немецкий? Угу. Сейчас у нас на очереди кофола. Что такое кофола? О! Иди, идем. Ну, пошли. А я тебе сейчас покажу, откуда у них. Что? Замена импорта. Да? Вот, смотри. Это кофола. Они имеют очень похоже, как на кока-колу, но это, честно, ихний словацкий завод, который стоит внизу, на истоках чего-то. И внизу гор, куда стекают горные реки и ручьи. Угу. Серьезно, там недалеко от Привязи, но на другой стороне, там Жилина, мне кажется, на стороне Жилина. И производят. И очень специфический вкус, как, ну, не как кока-кола, по-другому. Но если к этому привыкаешь, уже, как говорится, пути назад нет. То есть уже кока-кола вообще? Нет, вообще. Мои дети всегда, если я еду через Словакию, это главное, привезти кофолы. Ящик? Да. Это да. И его нет. Хорошо, я готов, как это, друзья, момент истины. Мы с капитаном Оптимизмом готовы попробовать этот, так сказать, напиток. И дальше, ну ты-то пробовал, я-то нет. Ну, знаешь, давай пробуй. Никогда не пробуй. Попробую. С первого раза, может, и не пойдет. Нет, вкусно. Вкус такой, очень интересный. Кисленький такой, вкусненький. Да. Да, но кофола... плюс еще другие укрепляющие напитки, они будут привести к потере ориентации. Ну, в смысле, не ориентации такой, а как у нас GPS есть. В пространстве. Команда «Мечта летать». И они больше будут мечтать, чем летать. Нет. Ну, это прекрасно. Да, кофола – это то, что серьезно нигде, только в Словакии. Кофолы? Yes. Yeah. This is... We are not comparing because kofola only in Slovakia. Специальная винея – это когда Шеф, ты помнишь, что у меня остаточный ресурс небольшой? Чего? Еще бокалов 6-7? Нет, это без алкоголя. А, да, это хорошо. Да, и это тоже у них специально, когда вино делали без ферментации. Вино без ферментации – это значит безалкогольное вино. Но натуральное. Будем надеяться. Могу сказать, что действительно чистый виноград. Фантастик. Да, и вкусно. Винея. Ну, порекламируем, потому что реально вкусно. Да. Мы отступали от японцев. Да, следующие французы. Опять? Что? Наполеон опять? Франц! Вива Република! Вива Франце! Вива Република! Because I live in France, it's the best country in the world. You live in France? Yeah! Лабаки Монсельон! Serre in Southern Alps. Yeah? Beautiful place. Wonderful. Magnifique! Отступление у нас было откуда? От японской команды. Пошли дальше. Да, дальше у нас... Бесконечная французская команда. Они везде. Шеф, это что? А, это, собственно, французская. Это французская. Но что-то... Слушай, я все здесь ел. Все, я там живу, поэтому... Поэтому пропускаем. Ты сам расскажешь. Слушай, ну, сыры очень вкусные, вот, да. Я хочу вот это. Вот попробуй, да. Я тебе скажу так. Вот это хороший сыр. Прям на морду вижу. Нет, с плесенью. Они тут с плесенью, но они... Посмотри. Сидр дают. Давай сидра тяпнем. Потому что крепко алкогольный, нам лучше уже не пить пока. А это что? А это сидр. Оп.
Санте. 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 Кампай. По-японски санте. Санте. Ну что, капитан, оптимизм. Видите нас дальше? А про французского, про Эрика Наполеона? Да. Мы с ним давно подружились, у нас сыновья, как говорится, того же года. Ага. Того же года. И когда надо было сыну Эрика Наполеона решать, какой второй иностранный язык, он сказал только литовский. Вот это да. Да, идем дальше. Спокойный, как Белги. Бельгия. Бельгия. Бельгийская вафля. Слушай, шеф, я не готов есть сладкое прям сразу. Ну, но выглядит вкусно. Давай потом. Но они сами пекут, видишь? Я прекрасно. Понимаю. Люди привезли с собой. Потом придем. Да, на сладкое оставим. Да, на сладкое. Тут тоже вино наливает, но пока мы, да, идем дальше. Ну и что? Что? Дания? У Дании все съели. У Дании все съели. Значит, как так? No more fish. No more fish. Окей. Ну, да, Дания тоже рыбой угощала, как и Литва, и Эстония. Да. С того же моря. Балтийского. Да. Ну, у одних голова, у других хвост. Хвост. Сначала все пытались что-нибудь съесть, сейчас уже все явно что-то съели, поэтому просто шатаются по местности. And we have the same fish. Это уже у нас такой путь, круг, да, веселый. Вот народ уже тоже веселый. Пошли дальше. Пошли дальше. Да. Мы идем против часовой, это хорошо. Не важно. Это красненькие напиточки. Это все оранжевое. Очень опасно. Я такой пил уже сегодня. Un momento, por favor. Okay, I will show for you how to do. This is a center. Now, please be prepared. This is a center. And now. Покомментируй хоть что-нибудь. Про... Now it's cinema a little bit. You have a problem, you don't have enough hands, but it's for you. What is this? Really? You will have to find out tomorrow. What? As I hear, tomorrow is a free day, so it's for it's written Vishne. It means without this only letter, it's in Lithuanian the same. Ah, yeah, okay. Yes, Vishne. Yeah. And how do you pronounce? Vishne. Vishne? Yeah. The same in Lithuanian. It means maybe... We can understand each other. Thank you. Шеф, это нам подарили за первое, за второе место, за третье? Нет, он мне подарил как бывшему директору соревнований, потому что он 2 недели тому назад соревновался в Фоцюне в Литве и очень рад моим руководством, проведением соревнований. Ну, хорошо, отлично. Вот так вот, дружба. Да, народов. Лука. Yeah. Happy to see you. So how you say in your videos you always said for sports pilot or something like this. Здравствуйте, глубокожаемые любители спорта. Игорь, like always, making video. AC/DC guy. Yeah, AC/DC. It was necessary to choose. It was two cumuluses, very similar, but I couldn't choose exactly which one better, to the right or to the left. I said, Igor, what do you think? Which is better now, the left or the right? Of course, the right one. I said, look, the Igors can see something one I can't see, yes? I asked. What can you see? Why exactly the right one? Look,
the right one, it's above big city. It will be better Wi-Fi connection for the live translation. Друзья, эту историю капитан оптимизм будет повторять вечно. Но так и было, да. Так и было. Над большим городом лучше связь, лучшая связь с миром. Можно провести лайвстрим или еще что-то, сгрузить фоточки. Yes, just a moment. We step by step, but we will. Yeah. We will finish, but not with finish team. Шеф, не отвлекайся. Давай. Окей. Okay. Дают ногу. О, дают ногу. Я вот прямо вот так. Нет, как? Будет как здесь. Нельзя. Ну, хорошо, ты мне возьми лапой и скорми волку. Look, Тони, this is... His surname, it means wolf. Yes, and I need always to have some meat on border. Otherwise, it's dangerous to sit together. And on flight. Oh. Be careful with figures because he's can cut. Found the best tent. No, yeah. Santé. Na zdravie. Hungarian Egeshegedre. What is it? Hey! Cheers! Oh. But you are flying. This is blueberries. It's really nice. Yeah. Это черная смородиновка. Офигенная. Вот это мне больше нравится. Вино тоже хорошее. Шеф. Ты помнишь свою клятву? Но вино, подожди. Название вина, его фамилия. Да. Ты... Хорошо. Ты клятву помнишь донести меня до дома? Я не буду носить, у меня рука болит. Я буду тащить. А за ногу? За ногу тащить, но нести не буду. Мне болит рука. Ну тогда нам нужно потихонечку двигаться но дальше. Нас финны пригласили. Финны? Хорошо. Я пообещал, что точно буду там, но... Ну так еще по кругу, идем. Пошли, скорей. Ты посмотри. Not. Окей. Look. Одну на двоих. Шеф, я лопну. Давай, корми волка. Давай. Да, спасло то, что пустой баллон был. Все, что-то... Хватит. Ну, Максов любит. Сейчас бежим. Давай колбасу только попробуем этим глазком. Раз. Слушай, колбаса еще вкуснее, чем мясо. Бежим. Видите, славяне умеют не только фесы, не только электронику производить для... И пипистрели. И пипистрели. Да. А умеют хорошее вино, хорошее... Да? LAX. Эй! Навитер! Навитер! Люкс, но... Да? Вообще. Элекс, но, сори, И хорошее мясо. Yeah, хорошее. Because it's small country, but lot of good things. Yeah, yeah. Wait. Small. Wait. Only 2 million. Only 2 million. Wonderful. Yeah, thanks. Thank you for your country. Thanks. Шеф, ну приятно в конце концов, да? Ну. Пойдем. В Сербии надо сходить. Про нее меньше всего знаю, потому что спортсмены... No, this is one. Клади мне ягодки. Wait. Ну, в общем, у нас, друзья, весело. Да, шеф? У нас тут батарейка садится. 37%. Мы снова Influence. В строю. Yeah. Камера заработала. Аку. Ну ладно, смотри. Что это?
maybe some small what is this? Snaps. One second. I use power bank now. Because camera is... Haku, it's a new generation pilot in Finland. Oh, yes. And very old already. And very old. Finland has a lot of good pilots and they have the longest days during the summertime. Yes. It's possible fly 1,000 kilometers. Yes, without almost them. Every day. Yeah, every, no day one, every day, every day 1,000. And? Oh, Harry! Harry, okay. He's not happy Harry, he's Cappy Harry. Cappy Harry, not Cappy. Okay. Cheers, Paul. Why? 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 Ой, что-то а-ля водка. You are fast again today. Yeah. It's we? Because our all navigation switched on. But in reality, I can show our how to say guidance tool what we are using for. Bosse. Easy, easy. Bosse, easy, easy. It's the best solution. And it's the reason why we today be a second. Yeah, exactly. But this is we not the first time, but we are flying with new thing, especially this is ABC, ACDC, it's put it not after the some. No, this but is it's already in the cockpit. Yes, this is already in cockpit. And today we prepare it Suzy Quattro. Some songs, especially we are choosing and Igor's choosing some if it will be thunderstorms, if it will be some final glide difficult, if it will be nice final glide. Yeah, yeah? We are especially using many music in during flight, really, because it's just a fun. It's new great. Solution is the gliding. We need to go a little bit down. You mean to want finish film and after relax. Это американцы. Да. Американцы знамениты тем, если нету гамбургеров, нету и американцев. Да. Они сваливают. Но всегда оставляют напитки. Джим-бим. Да. Но на самом деле я мечтаю съездить в Америку. Надеюсь, что мне дадут... А зачем ездить? Видишь, ты в Венгрию приехал, а Америка тут... Да, но честно скажу... Мы даже за одним столом сидим. Сейчас я тебе расскажу. А я тебе расскажу, почему. Откуда? Почему я хочу в Америку. Друзья, есть замечательный совершенно человек, Юрий Гречиков. Он написал в защиту динозавров тексты. Он сейчас живет в Америке, прислал про озеро Тахо, про полеты там рядом с ним в волнах и так далее. Я... Вот честно скажу, мечтаю когда-нибудь съездить в Соединенные Штаты Америки, посмотреть, как там летают на планерах, попутешествовать. Трасса 66. Да, но самый любимый фильм «Трасса 60. Дорожная история». Страна со своей очень яркой культурой и огромным влиянием на мир. И посмотреть интересно, что сделали люди, которые когда-то уехали в неизвестное и построили свою цивилизацию. Okay. Probably, and then you go a little bit here. Yeah. It's finished. Okay, then you come here, turn around. Probably. Yeah, he walked and showed up. Still, I said nein. Okay. Okay. Now for me. Who's now? Oh. But many of them. Обижали. Обижали. Твоя устойчивость теряет гироскоп. Да. Подожди. Сейчас идем. Это кто? Полинка будет. Это значит, что этот стол организаторов. Да? Да, венгры. Вау. Капитан Оптимизм, это тебя убьет. А, it's enough. Chef. No, never enough. No, it's... No, really, it's enough.
for tonight. Наша команда под угрозой. Капитан оптимизм. Прояви осторожность. Тебе тоже? Да. Это Полинка. Друзья, это, вот, собственно, вот, то, чем закончится этот вечер. Полинка. Полинка называется? Полинка. В общем-то, Полинка. Это, если перевести правильно на русский язык, это будет звучать самогонка. Самогонка. Да. Yeah. Peter, it's one of the Anaunas, and this is last 10 point especially. And this is name of this 10 point, it's 001. Yeah. In Hungary. Wonderful place. Yeah, really. Thanks a lot. Прямой эфир, ну, уже кривой эфир. Кривой эфир канал «Мечта летать». Рикардо Бригладори, it's a man who prepared for the special cup in 13.5 meters world championship, but this year no cup in Pozzune. Someone stole. together he wrote with his father very famous book. Yeah, it's how to fly in competitions. Really? And this is many, many good stories. Not photos. Photos is other thing. But it's examples and calculations, everything, it was done very well. Thank you very much. Thank you. Hey! Ricardo. Ciao. Наша замечательная эстонская сборная. Кефир and healthy choice. После того, что мы уже выпили и съели, да, это уже не поможет. Без алкоголя. Я считаю, что... Это без алкоголя. Нет, точно без алкоголя не поможет. Ну, нам точно не поможет. Кофола? It's always for you. Окей. Капитан Оптимизм, меня уже штормит капельку. Да, я вижу. Надо заканчивать мероприятие. Ну, заканчивай. Давай порекламируем эстонскую сборную. Давай. Да. Вот самый молодой пилот. А, и он еще не начал. Ты еще не пилот? Первый секс? Первый секс. Да. Первый секс. Да. Давай. Секс с тетервинами. В этой сборной самое главное, что у них есть лекарства, которые нам помогли вообще летать. Третий полет здесь. Да. Только ради эстонской команды, которая имела лекарство от боли. Now it's your wife. Окей. На. Ma. I'm sorry. And what do you think of this FI flag? I think that the South Africans have stolen it. Yes!